А перед началом этого ролика хотел бы вас предупредить, что в этом ролике я для вас спрятал ID и пароль от аккаунта, где 1500 киров и 120 кубков. Чтобы его получить, вам надо лишь досмотреть ролик до конца, чтобы не упустить момент, где я оставлю пароль и ID. Всем желаю удачи, ну а я приступаю к ролику. И всем привет, ребят, с вами, как всегда, я Игровой, и сегодня я вам покажу, как получить бесплатно кубы, либо же золотые монеты в Blockman Go. Для начала мы заходим в сам Blockman Go, ну, либо же вы можете не заходить, если у вас, вы запомнили свой ID, точнее, если вы знаете свой ID наизусть, то можете не копировать ваш ID, так как я не знаю, я скопирую лучше, чтобы там ничего не напутать. Так, нажимаем копировать. И выходим из Blockman Go. Заходим в Blockman Go Tools. Ссылку я оставлю в описании. Нажимаем на три полоски и нажимаем на логин. Здесь вы вставляете скопированный ID. И пишите ваш пароль от аккаунта. Ну, надеюсь, что я ничего здесь не спалю. И не забуду здесь все замазать. Иначе у меня отлетит аккаунт. Завтра же. Так, ладно. Надеюсь, не забыл. Так, все, мы зарегистрировались. Так, дальше все, он у нас зашел в аккаунт, да, это наш аккаунт. Дальше мы нажимаем на ежедневные награды. Так, и нажимаем получить. И так, он сейчас нам, все, он нам дал 400 монет. И таким образом вы можете фармиться каждый день, заходить в Blockman Go Tools, и вам будут начисляться монеты. Ну, либо же, это смотря... сколько дней вы входили в сам Blockman Go Tools. Если вы там, к примеру, много дней уже заходите, то вам будут начисляться уже кубы. Так, нажимаем «Войти», так как мы вышли из аккаунта. Так. И нажимаем «Профили». Так, как мы выйдем, у нас увеличились наши монеты. Ну и таким образом, как я уже говорил, вы можете фармиться. Ну а если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.